Слоан Стивенс сыграет в финале турнира в Майами после победы над Викторией Азаренко 3-6, 6-2, 6-1. По ходу проигранного первого сета американка затащила тяжелейший розыгрыш, показав, что просто соперницы не будет. В этом эпизоде способностям Слоан перемещаться по задней линии и играть в защите позавидовал бы даже Надаль. В финале Стивенс встретится с Аленой Остапенко из Латвии. Слоан сыграет в решающем матче впервые с победы на US Open -2017. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.